Привет. Немного прогуляемся по респектабельному району Барселоны, там, где находятся, можно сказать, парадные улицы Бонанова, Балмес и Диагональ, а также Пасео де Грасия. Ну вот кое-что из этого мы с вами просто так, проходя мимо, посмотрим. Все эти здания, которые попались в кадр объектива моего смартфона, выполнены в стиле модерн. И основная масса этих зданий построена в конце 19-го, в начале 20 века в Барселоне. Вообще Барселона стала расширяться примерно в конце 18 века, а до этого находилась в пределах крепостных стен. И вот чтобы уменьшить скученность и перенаселенность некоторых кварталов города, было принято решение вот такого расширения и строительства. И первыми такими улицами, которые продлились вдоль от старых стен и, можно сказать, лучами расходились в разные новые стороны, это были как раз проспект Диагональ и проспект Пасео де Грасия. Посмотрите на эти довольно красивые дома. Вдоль проспекта Диагональ мы сейчас с вами, можно сказать, идем, а вот этот дом с шипами занимает целый небольшой, конечно, квартал между вот этими названными мною улицами. Вот небольшой экскурс в архитектуру Барселоны. Спасибо за внимание, пока!